Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 3 мая уже. Все пошло, побежало время. 2019 год. Мы с Машей приехали в детский парк, в дикую его часть. Вообще, мы называем это место остров наркоманов, а еще здесь живет леший. И леший где-то здесь, наверное, обитает, потому что я вижу, вот там бегают собаки, они обычно вокруг него, и они всегда, когда леший передвигается, они вокруг него таким конвоем следуют. Кстати, смотрите мои видео про остров наркоманов и про лешего, в конце будет ссылка. А сейчас мы с Машей... Кстати, погода сегодня опять прохладная, вот Маша в курточке, я тоже одел курточку, где-то градусов 14-15, ну так выходишь на улицу, ну как-то так зябковато, мы даже сегодня на море не поехали, потому что там наверняка ветер свежий. Мы решили здесь на велосипедах, сейчас устроим такое небольшое представление, велосипедное шоу. Мы сегодня с Машей побывали в парке, в детском парке, в дикой его части, возле плавней реки Анапки. Видели цветущие деревья, я предположил, что это цветочки боярышника. А потом мы обнаружили уже завязавшиеся уже плоды алычи. Ну и сегодня мы тоже, проезжая мимо парка развлечений джунглей, увидели пролом в ограждении. И, как мы уже знаем из средств массовой информации, это какой-то водитель засмотрелся на строящиеся американские горки и, видимо, на большой скорости перелетел через, через бордюр и врезался в этот забор. Выломал две секции ограждения. Вот как-то так. Пишите, пожалуйста, кому понравилось это видео, что вы думаете вообще о том, что я сказал, о нерадивых водителях, как этого избежать. Ну и, конечно, будьте осторожны, раз это произошло, то это может и повториться. Поэтому всем желаю здоровья, удачи и благоденствия. Всего доброго, до свидания.